Формирование комфортной городской среды – это главный приоритет регионального развития Российской Федерации до 2022 года. Этой цели служит проект «100 городских лидеров». В его рамках Агентство стратегических инициатив подготовит 100 проектов по благоустройству городов-участников. Не остался в стороне Десногорск. Представители администрации города совместно с инициативными жителями провели мозговой штурм по поиску идей благоустройства выбранной территории города. В качестве нашего проекта мы выбрали территорию, которая очень нравится нашим жителям, но в настоящее время представляет себя не очень комфортную для приятного времяпрепровождения. Это территория набережной первого микрорайона за домами номер 8 и 12. Рабочее название этой обширной территории – Атомпарк. Он должен стать культурным и досуговым центром города. Местом, где жители Десногорска всей семьей смогут с пользой провести свой досуг. Название парка отражает его негласный посыл. Он покажет, что атомная энергетика – это в первую очередь безопасно. На территории планируют высадить редкие деревья и кустарники. Но главные идеи по обустройству парка планируется услышать от инициативных жителей. Такой формат, открытый формат, формат такого коллективного мозгового штурма, он лучше всего подойдет. Он свободный, он позволяет людям креативить, позволяет не зажиматься в каких-то форматах. Уникальность этого проекта в том, что он создан по инициативе местных жителей. Администрация города и Смоленская АЭС в этом случае выступают скорее как сторонний наблюдатель. Защита же идей по благоустройству перед инвесторами предстоит в октябре нынешнего года. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.